100 километров в час ехать. Вообще, блин. Да, ну, желание, да. Андрей! А, что? Она что? Там, там! Та девочка, там! Тебя преследовать? Я не знаю. Не знаю. Нет! Мне показалось, ли она действительно была здесь? Если была, то кто она? А если не была? Что со мной происходит? И почему я ее боюсь? Что же делать? Сэр, а ты что такой кислый, угрюмый? Что случилось? Я не знаю, пап. Какая-то ерунда творится. Меня вроде преследует какая-то девочка. А может, мне это и кажется. Знаешь, пап, я вроде как-то боюсь. Сынок, я за свою жизнь понял одно. Страхи, они у каждого человека свои. У каждого человека абсолютно разные страхи. И тем не менее, есть одна очень важная фишка. Сейчас я тебе ее расскажу. Если ты наберешься смелости посмотреть страху прямо в глаза и посмеяться над ним от души, твой страх растворится и исчезнет. Это я тебе обещаю. У меня у самого так было.
страху прямо в глаза. И меня у самого такого. Твой страх растворится и исчезнет. Привет. Меня зовут Рома. А тебя как? Вот так, дети, я и познакомился с вашей бабушкой.